книжный фестиваль «Смены». В принципе, большой интересный кусок для проектных менеджеров разных направлений. Вот, исходя из моего опыта 25-летнего и опыта организации международных экспедиций по всему свету. Летняя жизнь насекомых. Всем привет! В эфире «Универ News», а в студии Анастасия Кузьмина. Research.com опубликовал рейтинг лучших ученых, в который вошли три представителя Казанского федерального университета. Рейтинг учитывал значение индекса Хирша, цитирование, награды и публикации. В этот рейтинг вошли одни из ведущих ученых Казанского федерального университета, а именно главный научный сотрудник НИЛ Open Lab, биохимическая нейрофармакология, масон Патрик Ивон Моррис, главный научный сотрудник НИЛ нейрофизиология Рустем Хазипов, главный научный сотрудник НИЛ Центр аналитической биофотоники и инженерии клеточной поверхности Института фундаментальной медицины и биологии Равиль Фахрулин. В минувшие выходные в Казани состоялся книжный фестиваль «Смены». Более 20 тысяч участников смогли посетить книжную ярмарку и обсудить с экспертами актуальные вопросы в сфере литературы. Сюжет Маргариты Михайловой. Книжный фестиваль «Смены» – центр притяжения любителей литературы. Не первый год он собирает на своей площадке более 20 тысяч участников. В минувшие выходные после 3 лет пандемийной паузы 6-й летний фестиваль вновь открыл свои двери для жителей Казани. Одной из основных его площадок стала книжная ярмарка. Ее фишка в том, что здесь можно приобрести книжные новинки по издательской цене. Программа фестиваля, она вышла далеко за пределы просто самой ярмарки. На него как бы нанизывается еще и образовательная программа. Там у нас есть 2 лектория, которые 2 дня вот как бы существуют в режиме нон-стоп, где проходят презентации книг, которые на этих же стендах как бы издательских представлены. Также и лекции там как бы с исследователями, учеными, там, краеведами, искусствоведами и прочее. Главная цель фестиваля – познакомить жителей республики с читательскими практиками и обсудить актуальные вопросы в сфере литературы. Любое произведение – отражение внутреннего мира писателя, способ выразить то, что автора действительно волнует. В зависимости от происходящих в мире событий, интерес к тем или иным книгам возрастает. Литературные произведения сегодня – отличный способ прожить собственные эмоции. К примеру, такие сложные, как тревожность. И вот эта тревожность, которая в философии называется словом «темный», да? Есть такая темная экология, темная там что-то, да? Это просто некая ситуация жизни, в которой мы все оказались, где мы мало что контролируем, где очень много происходит того, что мы просто, ну, мы оказываемся в этом как бы поле проблем, каких-то вызовов и так далее. И вот что делать с этой тревожностью, как не справиться, да, как жить в негарантированном мире, где постоянно что-то меняется, постоянно ты как бы получаешь какие-то новые вводные и так далее. Вот этот круг, мне кажется, проблем всех волнует. И вот об этом мы и говорили сегодня с аудиторией. На книжном фестивале «Смены» можно найти произведения на любой вкус. Для детей и подростков, для тех, кто интересуется искусством и путешествиями. Одним из хедлайнеров фестиваля стал Оскар Конюхов, российский путешественник. Он представил на площадке лектория «Черного озера» свою книгу «С отцом по всем океанам». В принципе, большой интересный кусок для проектных менеджеров разных направлений. Вот, исходя из моего опыта 25-летнего и опыта организации международных экспедиций по всему свету. Помимо лекториев и книжной ярмарки, к старту фестиваля по всей Казани установили кубические инсталляции с QR-кодами. Они появились в парке Горького, Фуксовском и Лицком садах, на набережной озера Кабан и в парке Тинчурина. Отсканировав код, можно узнать больше о столице Татарстана и о том, кто из великих здесь жил, учился и гулял. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз. Наступление лета – это время особой активности насекомых. Некоторые из них могут нанести большой вред здоровью человека. О том, как защититься от опасных насекомых, расскажем в сюжете.
С наступлением летнего периода активизировались кровососущие и жалящие насекомые, контакт с которыми может быть вреден и даже опасен для здоровья. В их число входят комары, мухи, слепни, пчелы, осы, шершни и клещи. Они могут обитать в местах с высокой влажностью, около водоемов, в лесах, в степных зонах, рощах, кустарниках, а также городских парках и скверах. Чаще всего люди сталкиваются с комарами, ведь их основная среда обитания – городская местность. В первую очередь комары, которые в больших количествах у нас как раз бывают в летний период. Значит, они, помимо того, что просто кусают, могут приносить различные заболевания. Так, например, это малярия, которая стала, значит, в последние годы чаще фиксироваться на территории Республики Татарстан. И также появились экзотические болезни. Например, у нас стала фиксироваться в последние годы лихорадка западного Нила, которая тоже переносится комарами. Также человек часто встречается со слепнями, которые обитают вблизи водоемов. Обычно они не являются переносчиками специфических заболеваний. Однако зафиксированы редкие случаи заражения человека оспой и сибирской язвой. Ядовитые насекомые, такие как пчелы, осы и шершни, также могут причинить вред здоровью человека. Их отличие в том, что они нападают только если потревожить их гнездо. Случайно. Бывает иногда в лесу вот осиное гнездо, если человек очень близко к нему подходит. Здесь опасность представляют массовые укусы. И, конечно же, самое опасное, когда у человека есть аллергия. Вот тут как раз смертельные исходы, они действительно у нас фиксировались. Самыми опасными членистоногими в летний период являются клещи. Они преимущественно обитают в лесопарковых зонах, в траве и высоких кустарниках, на пастбищах, лугах, обочинах дорог и даже в городских скверах и парках. Особенно благоприятным временем для их размножения является затянувшаяся весна или теплое дождливое лето. Чтобы избежать контакта с клещом, не стоит трогать руками низко нависшие ветки, кустарники и высокую траву. Среди них переносчиками опасных болезней являются около 5% особей. Они могут стать причиной таких тяжелых заболеваний, как клещевой энцефалит и боррелиоз. Клещи, как многие считают, прыгают на нас с деревьев. На самом деле нет. Они залезают на нас с почвы и с травы. И, соответственно, какой самый простой путь к коже? Это залезть под штанину. Поэтому, если у вас нет противоэнцефалитного костюма, вот этого, просто заправьте, значит, штанины в носки, тем самым вы себя обезопасите. Вот. Значит, рубашка лучше, она должна быть вот такая мешковая, без пуговиц. Вот. Ее тоже лучше заправить в брюки. Ну и, как я уже сказал, когда вы пришли из леса, личный осмотр посмотреть. Потому что клещ, он обычно вплоть до, там, до нескольких часов может по телу ползать в поисках того места, где он хочет присосаться. Бытует мнение, что защититься от насекомых можно с помощью растительных средств, таких как герань, гвоздика и базилик. На самом деле герань действительно отталкивает комаров и мух, но не спасает от их укусов. Чтобы избежать контакта с насекомыми, стоит использовать специальные репелленты, которые для них токсичны. Вообще, конечно, сейчас появились очень хорошие аэрозоли, которые действительно неплохо отпугивают, но в первую очередь комаров. Потому что слепни, они, мухи как раз вот, они не очень такие, что называется, боятся вот этих аэрозолей. А вот комары, да, действительно, но там проблема в чем? Это же лето, жарко, человек обрызгался, потом он потеет, и, к сожалению, с потом вот этот вот репеллент, он с кожи сходит. Поэтому нужно обрабатываться еще раз, чтобы, опять же, комары не кусали. Чтобы отдых на природе и вблизи водоемов не обернулся серьезными последствиями, необходимо соблюдать рекомендации по защите от опасных насекомых, проявлять бдительность и осторожность. Юлия Коваленко, Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюз. На календаре лето, но жители солнечного Татарстана не спешат менять ветровки и кофты на футболки и шорты. Пронзающий холод вот уже которую неделю преследует казанцев. Когда же наступит то самое потепление, которое так все ждут? Ответ на этот вопрос узнаете в сюжете Аделины Абдрахмановой. 19 июня, в разгаре первый летний месяц. Однако погода в столице Татарстана отнюдь не летняя. Жители города, которые уже перешли на футболки и шорты, достали из своих шкафов кофты и куртки, ведь мерзнуть никто не хочет. Почему же теплая погода никак не настанет? Конечно, всему виной циркуляция. Действительно, вопреки прогнозам, у нас первая половина июня выдалась аномально холодной. Средняя температура
первой половины 16,2 градуса, в то время как в норме она должна быть примерно на 1 градус выше. Причина холодов в том, что мы оказались на периферии антициклона, поэтому к нам поступают воздушные массы с акватории северных морей, отчего и появляется пронзающий ветер. Так, в ближайшие дни температурный фон прогнозируется с аномалией на 6-7 градусов ниже климатической нормы. Как оказалось, это уже не первый антиклиматический циклон, который формирует такой характер погоды. Мы уже стали привыкать к тому, что у нас осадков практически не наблюдается. Действительно, выпало всего 7 миллиметров осадков. И в ближайшие дни также в корне характер процесса по температуре не поменяется. Однако с прохождением атмосферных фронтов уже завтра прогнозируются осадки. Также осадки прогнозируются в четверг. И говоря о конце недели, стоит отметить, что температура начнет приходить в климатическую норму. Таким образом, уже к воскресенью мы ждем, что столбики термометра поднимутся до привычных температур для этого периода года, а это среднесуточная температура около 18-19 градусов. Стоит отметить, что летняя жара характерна для нашей полосы, и в скором времени настоящая жаркая погода появится в городе. Но когда это произойдет, точно сказать никто не может. Аделина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюз. Во дворе присутственных мест Казанского Кремля состоится лекция из цикла «Научная среда» совместного проекта Казанского федерального университета и музея-заповедника «Казанский Кремль». 21 июня в 19:00 с лекцией «Казанский епархиальный архитектор Малиновский. Стилизаторство и новаторство» выступит заместитель директора Института дизайна и пространственных искусств КФУ, директор проектно-реставрационной мастерской Казанской епархии Степан Новиков. Исследовательский центр «Суперджоб» представил рейтинг вузов России с самыми высокими зарплатами выпускников-экономистов, окончивших вуз в 2017-2022 годах. Казанский федеральный университет разместился на 9-й строчке ранжирования. На этом все. В студии была Анастасия Кузьмина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!